Юбилейным концертом решили отпраздновать 20-летие участники творческого коллектива «Околица». Много гостей собралось в этот день, чтобы поздравить артистов и вручить им памятные подарки. Сегодня полный зал в Доме культуры. Это значит, что вы признанный коллектив и любимый коллектив зрителями. Мы благодарны вам и низко кланяемся, что вы сохраняете эту и несете через свою жизнь любовь к песне и дарите ее всем устюжанам. Тамара Николаевна Чагаева сторожил коллектива «Околица». На сегодня осталась единственная из первого состава. Она стояла у истоков его создания в далеком 1999 году. С приходом в ансамбль баяниста Владимира Воробьева Тамара Николаевна полностью передала ему руководство и занимается исключительно организационными моментами. Оформляю документы, составляю планы. На этот творческий сезон тоже составила план уже. Делаю какие-то заявки, договариваюсь с коллективами, где выступать. Последний раз мы выступали в школе номер 2. Помимо родного Великоустюгского района, ансамбль выезжает с концертами и по Вологодской области. Творческую значимость этого коллектива отмечают и руководители КДЦ. Мы желаем коллективу, конечно же, здоровья, счастья, процветания, много-много новых творческих номеров, цвести и радовать в нашем культурно-досуговом центре. Ангелина Батакова, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».